Вот долго прыгаешь на чем-нибудь. Поэтому машину надо беречь. Вот если она вездеход, это очень хорошо. Она тебе поможет в нужное время. Она тебя вывезет. Но потом ее надо будет все равно ремонтировать. Стоп. Вот можно, конечно, намного раз ускоряться. Только когда видишь кочку, надо чуть-чуть тормозить. Да не чуть-чуть, а так, чтобы не подпрыгнул и башкой не ударился вот сюда. А то потом совсем глупый будешь, а Христа не узнаешь. Такой будешь ходить, где? Тебе, ты верующий? Кто? Где? Надо четко говорить. Ты веруешь во Христа? Я, сэр, верую во единого Бога Отца Вседержителя. Вот так нужно отвечать, понятно? Не знаю, плечиками еще начинает, как незнайка. А я не знаю, знаю я или не знаю. Знаю, верую. Кто Евангелие слышал из вас? Я. А вы не слышали никогда Евангелие? Я слышал. Слышали? В Евангелии о чем говорится? О Боге. О Боге, а еще? О вас говорится, об Иисусе? Да, бывает. Да, говорится о нас с вами, как Иисус Христос пришел для нас с вами. Ради нас. Ради нас с вами. Вот видите, вон венец, такой кружочек вон на кресте, вон видите крест? Там кружочек, это венец, венец. Господь совершил все до конца, венец это конец уже всему. То есть Он за нас умер, пострадавший. Ловите, братья, как трудились, вот они сейчас все будут что делать. Вам будет очень интересно сейчас смотреть, что у тебя братья будут делать. Сейчас мы будем запихивать эту. А можно уже? Да, можно выходить. Так, мелкие первые вылазят. Ты готов преодолеть? Готов преодолеть? Ань, обоснай. Он тебе поможет. Так, тут помощники приехали. Только осторожно, в воду не упасть. Ну, конечно. Ну, сейчас увидите все. Сейчас все будет сниматься. Так, вот так прям ее. Вот подтянуть. Взяли. Да, резину давайте. Машина. Сзади возьми. А что вы там будете делать в речке? Купаться? Нет. Работать? Я сейчас буду работать. И не одним я сейчас еще братья придут. Вы по этому плоту будете плыть? Нет, это на плоту будут другие. Я туда сейчас буду заходить и плот сюда затаскивать. Так, ты лентой хочешь его по краям? Лентой, давайте. По краям, да? А это есть чем откусить, нет? Есть, я это, вон они, ножницы. Вон ножницы возьмите. Вот ножницы по металлу. Дать время в стакане. Отлично. Да, давайте вот по этому, наверное, да, вот так, да, по кругу. Конечно. Саморезы есть, саморезы есть. Великолепно. Саморезы. Да, саморезами легко, конечно, лучше всего. Там коробочка стоит, возьми. Саморезом чик, оно будет держать эту. Легко. Там поменьше, которая маленькая, они там поменьше. Первую давай замеряем. Так а что, она по кругу, мы ее пустим. Она а, прям по кругу? Вот. Тогда давайте, крутите кто. Володя, крути. Вон. Самореза, что там, где? Вот маленькую, ну вот, неси. Вот. Володя, а где саморезы? Вот он несет. Володь, дай саморезы, а вот они. Да, прям с самой крайней начинайте. А поменьше нету? Не было, да. Я не могу найти, куда-то сунул. Отлично. Штук через 10, наверное. Сейчас такое время, когда надо сосредоточиться, стоять в молитве. Сейчас будет причастие. Так, а мне что это? Врата открылись, все подошли, все готовы. Это как неправильно, не то. Я уже даже сидеть поведу. Фотографии делать. Ой, холодновато, ребята. Это он так сидит. Он сидит. Этот бронь у тебя хорошая, так тебе, наверное, это там попроще будет с этим. Да. Ой, как холодно, очень круто. Ой, ребятам нельзя купаться, ой, холодно. Да, конечно, теплая. Да он так, он с юмором. Ай, мы тоже хотим купаться. Вода теплая вообще. Можно покупаем? Ты пришел. А я не знаю, по народу не разрешат такую породу. Так вот я спрошу, потому может, у нас баня тут не бегает. Видишь, может, не скупаемся, не знаю. Ну, если что, я прихвачу за ними. Только, наверное, после того, как поставим.
А если поставим, то... А вы не любите купаться, да? Подруги. Я люблю. Я тоже купался. А братья любят? Очень любят купаться. Очень. Они только ждут, когда купаться. Так. А там потому что... Володя! Че? Дайте кусочек алюминиевой проволоки, я тут закручу, чтобы не выпадывали. Ага. Вот такой, сантиметров на 40. Ну, пополам его обломи. Пополам. Так, да, пойдет. Аккуратно, аккуратно, в глаз только не попади. Посидите на проволоке. Ага. Держи, Максим. Плотно держи. Рукой держи. Дядя Вова. Дядя Вова. Все нормально, без проблем. Четверых спокойно перевозит. А? Я говорю, четверых спокойно перевозит. Малышок боится, что затонет. Не боись. Все будет в порядке. Аккуратно. Какая красота получается. Только Максим был, да? Да. Вы там, это, дядя Игорь, вы ему помешаете, наверное? Они тебе помешают? Да, чего не помешают? Я с вами. 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 Теплая вода. Вода теплая, потом хорошая снимок получится, да? Дерево, да, хорошее. О, сейчас да, успевайте. Чем вода? Кепку назад сделай. Кепки назад все. Целлюлоза это как пластик. Целлюлоза это как пластик, приблизительно. Пластик. Отдельный пластик. Бутылки пластиковые, знаете, газировки все любят. Ну вот бутылка пластиковая, а целлюлоза это бумага. Бумага, целлюлоза. Бумага плавает. Ну вот у нее консистенция похожая тоже. Молекулы друг от друга далеко отстоят. В химической связи. Ну, он такой сделал, видишь, что он... Ну, ладно, все, я руки не запросили. Так, ну, что, я стою, как-то клёвый. Хорошо, да? Отсюда еще раз, прям купаться, да? Не знаю, по-моему, даже сейчас а иной раз даже вот пришел исповедоваться, даже не слышал. Прыгать чисто так. Не, ну, прыгать, если придержать, можно, я думаю. Вот сейчас глядите, сейчас я погружусь. Вот кто увидит, откуда я выплыву. Вы тут, когда я погружусь, то скажете, что, вот, что дядя Игорь выплывет с той стороны, допустим. Скажете, а другой скажет, или с той, или кто-то скажет прямо. Только сразу говорите. Да, только сразу говорите. Хорошо, наугад, да? Да, наугад. Я сейчас вот так вот встану, и раз погружусь, и вы меня не увидите. А потом, когда я всплыву, кто-то скажет, а я-то не знал, что он там. Вы сейчас, сейчас он, дядя Игорь, погрузится, а вы сразу говорите. Да. И раз. Пальцем показывайте. Три, давай, по бузукам. Нет, туда. Сюда. Налево. Я так и знал. Налево сказали. Я сказал. Нет, там человека два или три. Три человека. Сколько человек? Трое. Они меня увидали, видать. Нет. А я глубоко погрузился сразу. Там отталкиваться плохо, от тины. Я от дна хотел оттолкнуться. Так, не прыгай. Зачем ты прыгаешь? Я от дна хотел оттолкнуться, а меня раз и подняло. Тут это, твердой почвы нету тут. Ну проваливаешься сразу. Ты стоишь там? Да, вот я стою, погруженный вот так в илы. Больно, просто вот я.
Тут и лоб много. Вот они на ноге сейчас поднимут. Я с собой сюда тащит. Ты на этом подписываешься и соглашаешься? Так, сейчас еще разок проверим. Все, да? О, отлично. Так вот как он стоит, так и будем его загружать, да? Все, Евгений, брат, помогите. Владимир Юрьевич, помогите. С той стороны или где-то. Ребята, уходим. Уходим все. Быстро. Максим. Ушел оттуда. Ушел, Максим. Сказал, сюда уходите, в сторону. Один только? Вы уходите в сторону, уходите. Да я так и подумал, думаю, сейчас попроще. Ну что? Никто не узнает. Один молодец. Так, сейчас аккуратно, Давай. Так. Надеюсь, это выдержит. А ты что, потом воду, что ли, надо кидать? Да, воду. Погрузить вон туда. Да, переходите сюда. Вот, на самый край сюда. Рано, подожди. Водичка теплая. Шарика. Так, можно еще чуть-чуть надо, чтобы, да, уравновесить-то. Нет. Сюда подальше. Так, все, хорош. Все, так. Тут босиком надо, да. Да, брат, разуйся. А вы тут лестницы сделали? Так, ну а теперь вот так вот сюда подплывем. И вот туда будем сталкивать. Надо, чтобы, наверное... Ну посмотрим, тут может зайдут, я подержу его так. Посмотрим, может быть и не надо никому. А кто-нибудь один может спуститься по лестнице вниз? Обязательно. Ребята, отходите, да, отходите. Это Тимофей. Отходи туда. Да, это. Сильно не толкайтесь, я вас сейчас буду просто подвигать. Сильно не толкайтесь. Я тут нормально. Поплыли! А куда они поплыли? А сейчас вот... Вот нет, вот штаны задрать. Сейчас я дядя Игорь вот сюда вот ее сбросит, она на грузе, вот там. И сейчас выше вот поднимай, нажимай на него. Понятно? Да. Вот веревку заткнулся за веревку. Где? Вот там не зацепитесь за гвоздь. А, все нормально, надо слышишь. Двое хотели пойти. Ну пускай двое пойдут. Вода-то не теплая. Советую вам вдвоем пойти, как раз так. Она еще и соленая. Она еще и соленая? Она соленая, да? А почему ты ее бежишь? Так, сейчас сюда отодвигаемся. Назад. О, тут обрыв уже. Так, там эту палку, через палку перешагиваем. Да, это нормально. Ага, вот так, да. Вот, и теперь нам надо вот под ноги, Женя, вот туда вот эту штуку всю подводить. Да, да. Игорь, давай прошу. Вот эта вот часть где должна быть? Вот тут, да, прям вот под его ногами должна быть она. Ну все, скати это. Давай. Да? Подтаскиваем вдвоем. А давай этот, а что, вот этот хрень сейчас не даст сюда и подвинуть? А, тут не получится. Это, нет, это же забито все. Вам если только спуститься. Это, да вы только начните, а плод будем отодвигать потом. Вы только начните. Игорь, ну а ты тогда плод куда? Я держу все. Идем. Чтобы она им была именно между этими двумя. Вот так. Лодка перевернется. Вот там этот. Так. Да, достану. Да. Достану. Шестое плыли. А теперь... Да, достану. А теперь как-то... Не упадите, но Саша. Сейчас шестые, да. Ага. Шестые можно вообще передать. Я просто подтащу к берегу. Так, а теперь нужно как-то приподнять, а я этот плод буду дергать. Давайте еще. Нет, тот край уже. Так, край еще, да, вот так. Давайте. Отлично. Продеть. О, хорошо. Продеть. Держу. Еще. Ноги самое главное, берегите ноги. А я у меня здесь ноги далеко. Отлично. Хоть бы он погрузился, погрузился. Нет, плавает, да? Он доски еще не сухие, так что она еще намокнет, наверное. Видите, воронка. Да, очень жаль. Воронка. Давайте еще за камнями туда поднимем его сейчас, какие проблемы. Что такое воронка? Его же не закрепить сейчас никак. А нет, это вот он стоит, надо его сюда отодвинуть. Пускай он всплывет. А что он не всплывает? Потому что вода его придавливает. Смотри, он растянулся. Встань на него, видишь, это то, о чем говорит Тихо. Говорит, это сильно высоко. Не, так он вот так встал. Он вот так встал, и он на ступеньку упал. Его надо дернуть, сейчас сюда приподнимать.
двух сторон. Что делаем? Надо приподнимать сейчас, ага. Ну только как, не знаю я сейчас. Нет, тут с этой стороны не получится. Сейчас. Отойди. Близко не стойте никогда. Вы всегда смотрите глазами, где что делается. Поднимай его, поднимай. Вот он. Сам поднимается, да? Идет. Ну не совсем сам. Он в таком полуплавучем состоянии. Так, сейчас это, смотри, Жень. Смотри, где заканчивается эта ступенька, чтобы нам подвести его. Он дрейфует. Вот он, вот так мы сейчас найдем. Давай вот так. Ну, вот у него веса не доска. Давайте еще пару ко мне привезем. Мне кажется, он затонет. Вот ступенька закончилась. И прям сверху положить просто и все, да? Запнуться. Ну, запнуться это что? Сбоку, знаете что, если мы возьмем два камня, сейчас просто к ним сделаем, как эти, как грузило. И сбоку за проволоку. Вот так, вот так. Вот. Хорошо. Вот так нормально, да. Вот так. Ну, конечно, маловато. Маловато, да. Маловато. Он говорит, что в том-то и проблема, говорит, он не может погрузить полностью. Приседать приходится вообще. Ну, батюшка, может, пробуешь? Да, мне нравится. Ну, я пробую все, что можно. Почему-то он вот так вот поднятый и все. А, почему? Он по дну, короче, идет. Это из-за камней еще, из-за камней. Камни. А, камни же, да, камни. Точно. Камни же еще, они вот такие вот. Сейчас как стоишь? На коленях. Здесь вода, кушка плавает. Ну так и погружаться на колени. И вот. Да. И все. Это я. Для детей это нормально. Для детей взрослых. Четко будет. А еще же дети есть. Не, ну можно вот, можно вообще еще легче сделать. Вот так стоишь и ушел вот сюда. Хоп, и все. Ну да, батюшка. О, кстати, а батюшка напьешься, ему какая разница. Да, кстати, да. Он стоит. Не всплывает почему-то, не знаю, не хочет. Ну, это на самом деле обманчиво может быть. Сейчас идем, он всплывет. Нет, это, его нужно вот сейчас сюда вот колье забить, чтобы он не всплыл. Чтобы его не стянуло никуда, да. И все, и он будет, видать, так и сидеть. Мы его утопили, он сейчас, видать, доски намокнут, и он все-таки будет сидеть, это, отрицать. Еще камни впитывают. А какой высоты в себя? А, точно. Там вообще ты говоришь. Точно. Это же газобетон. Он же да, он сейчас себя впитает, да. Это не газобетон, это шлакобетон. А какая разница? Он все равно сейчас я буду. Все равно впитывает. Так, только единственное, вот тут сейчас шаг делай сюда. Нормально или нет? Там есть ступеньки, все нормально. Вот вот Саша, как раз ты уже стоишь, да? Вот там, ты раздетый полностью. Вот туда, сюда. Ну, короче говоря, почему-то он не всплывает. Мне показалось, что он плавает, но он утонул и не всплывает. А какой там переход? Переход там, ничего и не было. Если просто не торопиться, зайдешь. Ну да, не торопиться, конечно. Детям здесь. Нет, дети тоже сюда заходят, они все это, ничего тут такого нет. Ну и батюшка здесь станет, а я туда поглубже стану. Да? Храм уже а вот как каждый крещаем, и найдете эту точку, где вот стоят. Здесь станет, вот, а можно вот здесь. Главное, чтобы батюшка был, он детей погрузит, он а сестры тоже погрузятся, я думаю. Вот, в том году так и было, вот сюда вставал крещаем, да. А батюшка стоял на площадке. Вот и вот туда вот люди погружались. Вот да, я ушел, да, вот здесь, вот с этой стороны. Там присядешь и все. Да, человек классно погрузился. Сходит с плота, да. И все. Вот тут главное, чтобы сейчас поручень был, чтобы можно было взяться. Так, один. А может и не надо даже, не знаю. Вот а надо вбивать. Сейчас вот сюда надо вбивать, вот сюда. Вот сюда надо вбивать. Вот он. Какой вбивать? Он такой высокий вбивать? Нет. Он стоит нормально. Вон они лежат. Вот так перевязывают. Вот к этому. Вот к этому потом привязывают. Вот сюда еще один. Я не знаю, этот высокий, не высокий. Какой мы брали? И вот так вот перепрыгнуть. Не знаю, вот это попробуйте по глубине. Давай кувалдочку. Кувалду надо. Кувалду. Сейчас а давайте я. У меня в мотоблоке. Есть? Или где? Мотоблоке. Да, нормально как раз. Да, удочка есть? А? Сюда, чуть поглубже. Удочка? Нету. Что, не рыбачил? А, нет, это есть удочки, ребятишки рыбачат. Я не знаю, какая лучше. Там есть большая. Что, он большой, наверное, отпилить может его надо. Кувалду, давайте. Ребята, я не могу. Надо с плота. Вот сейчас, вот так, да. С плота. Меня отнесло. Я с вами плавать хочу. Я тоже. Есть желе, есть это. Прям плотую к нему. Да, сейчас я вот это и хочу сделать. Да, я прыгну. Давай. Сейчас, осторожно. Так. Прыгуны. Держись за нее и за. Давайте его сюда. Давай. Есть железная кувалда, если надо. Большая. Сейчас,
чуть-чуть. А это какая? Вот она. А это, нет, я имею в виду железная ручка. Железная. Кувалда. А деревянная тоже бывает кувалда. Может ее отпилить? Подожди, потом надо. Да, с ним осторожно. Давайте железную дам. Она быстро забьется. Вы ее сейчас разобьете. Вот, вот, в этой телеге. Нет, ну придерживай, хорошо, чтоб... Ну это вообще одного раза хватит. Брат, это одного раза хватит. Микола поймал топор, чини, да? Да я, ты вот сюда бери. Нет, так вот можно вот тут держаться. А, точно. Зачем я? А, я за его держу, кол. Ну вроде нормально уже. А у нас тут приезжали пожарные, там сидели, приводили пикеты. Должен быть кто-то один, выбили человека. И его беспрекословно слушаться. В каждом деле так. А вот это как сбито? Да, да, да. Она вот прям плотную. Что, ударь по ней разу? По этой, да, не надо? Нет, она хорошо сидит. Вот это. Теперь вот этот коротыш можно с этим связать? Вот эту еще можно подбить, я не знаю, надо или нет. Может, и не надо уже. Сейчас вот это вот сюда. Вот это привязываем, ну, вот так натягиваем, привязываем сюда. Вообще криво, нет. Ну и что криво? А ну что? Там поставить? Да не, ничего, зачем? Да хватит тут всем места, вы что? Башка вот ты вот ты уходить вот. А, вот этот коротыш. Хватит, хватит. Места, давайте хватит, это хватит. Пробу. Здесь, мне кажется, ничего не надо, иначе не спустится. Да, 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 здесь. Вот здесь и вот сюда привязывать, а там ничего не надо. Там не надо, да. Можно, конечно, выровнять там. Проволоку, проволоку. Проволоку. Я проволоку, ничего не надо. Нету больше. Все на камни расходовали. Давайте. Вот, вот, сейчас еще. Волку, давай. Вот, видимо, здесь еще. Плоскогубцы. Давай, увержишь. Плоскогубцы там вот. Где-то где-то за кем-то лежали. Японский шарик. Семен, вот он. Плоскогубцы дайте. Да, сейчас. Женя, Женя, зайди. А что, уехали или не сами уехали? Вчера уехали. Я потом все уехали, когда мы стояли. Не дождались. Нам туда можно в любое время. Вчера вечером. На трассе. Вчера вечером часто поймали. Вчера вечером поймали. Эти камни присобачили. И она взяла, погрузилась. На том году не так было. Она была пробита здесь. И она держалась просто на гвоздях. И она отломилась. Гвоздь и молоток. А там гвоздь новый в зеленом ведре и молоток. А вот эту штуку нельзя вот сюда послать? Там как раз на 120. Володь, вот. Коротыш, коротыш есть. Этот какой? Лучше не брать. Другой. Там другие молотки были. Нет, а. О, вот этот, да. Давай. Обходи. Да, она пойдет. Давай, давай. Сюда, мне, мне, мне. Можно еще снимки сделать. Да нет, это не грязное, но ничего. Вот. Это сюда подвинем, давайте. Крути. Еще проволоку давайте. Проволоку давайте. Это, братья, я сейчас плот подведу, а ты вот сюда подходи. Вот сюда, иди еще, еще, иди. Где-то были молотки лучше. Нет, зачем сюда-то? Вот сюда, вставай. Можно веревку, но время. Хорошо, я держу, я держу. Может, проволоки не хватит, это можно использовать. Сейчас, сейчас я вот эту так сижу. Ну тут надо будет крест-накрест сделать еще. Крестец. А сейчас тут еще стянется, она будет держаться нормально. А вот еще держи. О, это совсем что-то. А что, больше нету проволоки, да? А вот, возьми вот это. А вот, давайте веревку, да. Давай гвоздем попробуем. А ты в эту щель прикрой. Не, она бьет, но это, наверное, ничего не будет. Стоп, мимо идет, мимо. Сейчас давай, наставим.
Колышек подойди на это. Так, вот так. Еще подмотать его. Что? Да, вот это вот конкретно подмотай. Расспроси, где он, откуда, кто он, с кем был, когда. А потом уже сюда. Все не так. Когда я начинаю расспрашивать, то нехорошо. Не надо, нет, нет. Там погружаться будут, а братья. Когда братья там погружаться будут. И это. И сестры, если. Ну они вроде сестры все небольшие. Баскетболистов нет. Нет. Ну да, баскетболисты. Вот еще. Вот еще можно, не знаю, вот тут можно еще даже вот так крест-накрест сделать. Там вроде нормально. Тут чем хорошо это, проволока, вот проволоки бы еще. Давай проволокой лучше, а, Игорь? Давай проволокой. Или гвоздем, да? Или гвоздем, да, давай гвоздь еще. Держи, сюда вот так. Конечно. Да я дал новые гвозди, не переживайте. Еще, дай мне. Дал бы старые, я бы загнулся, обязательно. Игорь. Все. Ты Игорь Игорь даже? Ничего себе. Ну вот и сбоку еще тогда до пущей верности. А, вот этот давай. Еще есть гвоздь? Есть, есть. А два гвоздя давали. Ух ты, тут такая щель, она ни к чему. Где еще проволока? Гвозди еще нужны? Нет. Да, все, короче, вот не газистенько, но зато жестенько. Вон та падает. Вон та. Тут тоже угловая. Вот эту прибить. Да, да, а есть гвоздь? Вон там. Вон там. На берегу гвоздь. Давай, давай. Потянем сюда. Гвоздь надо. Давайте, дайте гвоздь еще. Гвоздь один. Гвоздь. Командиры. Вот здесь он. Если главный командир. Какой вот? Не, маленький, который поменьше. Смотри, 220. Вот. Один? Да, один. И первый маршал в бой нас поведет. О! Все! О, где плот? Плоскогубцы? А? Машину можно. Плот там, да, был. Ага. Но надо выгрузить сперва эти кувалды все сюда. И вот сюда становятся. Хоп, она! Все, ну, тут и лок очень хорошо. И... Этот не подкинешь. Никаких вопросов. Да нет, вы... Дайте нам палку, там мы сейчас подплыли. Никуда вы не уплывете, я тут с вами. По воде пока не умеем ходить. Никуда не уплывете. Да пока. Пока. Учитесь. Есть пример. Никуда не уплывете. В воду прямо, а. Туда же в угол надо, да? Надо жертву. Еще жертв подайте. Нет, 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 он не здесь стоял, плот-то. Нет, мы его туда. А, нет, куда, да? А вон так что за жертв? Вот такая. А, жертв? Вон она осталась. Игорь, там мордушка под ногами у тебя. Где мордушка? Прям под тобой. Че, ее поднять? Да, не надо. Не попадись. Не, просто чтобы не наступил он мне. Не попадись, да. Сейчас он вам палку еще даст одну. Так нет, давайте сюда, нет, подплывите, нет, нет, брат, чуть-чуть, кувалду отдай, Игорь, мне, все. Игорь, лови. Сбоку, причаль, да и все. Так, ну сейчас вот. Кувалду отдаст он, Игорь.
Владимир Ильич, возьмите кувалду. Что такое? Кувалду у них. Угу. Все, это можно мой этот мотоблок. Да, мотоблок загружать. Так, готов. Сразу сейчас обед поедем. Да. Угу. Так, поднимайтесь. Шершень. Это не шершень, это овод. Ну-ка, какая там глубина? Здесь вот? Ну, встань на ноги на эту, на пять вот по колено. Вот здесь. Батюшка, тут ну что, это нельзя разве? Нет, нет, вот, вот сюда будут спускаться. Вот, вот она. Вот сюда, чтобы спускались. Да, да, да. Они такие, они это такие. Батюшка опять будет на коленке. Там будет удобно для детей. Там для детей будет. Ну смотрите. А там на площадке для детей будет удобно. Ну, значит, поддержите меня, когда батюшка начнет опять мудрить здесь. Вот глубина какая здесь. Нормально, нормально. Прошлый раз сказал, вот так спуститься, ни под каким видом. Стоят вот так вот. Я не согласен с этим. Никто не согласен. Только воды, главное, и стоят чуть не по колено. Вы сами вырываетесь, становитесь туда дальше. А не надо. Поди тут загрузятся. Это... Проверить сейчас их, одного взять, проверить. Да загрузится, загрузится, ему там пошельку будет. Ну все, 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 на обед можете идти. Все, слава Богу за все. Миром Божьим, слава Богу.